Привет, узнаешь ситуацию? Идешь ты с ребеночком по улице, встречается какая-нибудь знакомая тетка и начинает: ой, какой хорошенький, ой, какой пупсичек, ой, какой пончик, так бы сейчас и съела. Вот что делать? Все просто. Нужно ей насовать дули. Ну вот, вроде неприлично же совать прям в лицо. Понимаете, да? Руку в карман, скрутила хорошую сочную дульку и по ней автоматной очередью, чтоб знала.